Видит ли он с того света свою жену и своего сына? Скажите, что Алексей хочет передать своим родственникам? Канал Табу Искателей Паранормального представляет. Всем привет, друзья, с вами канал Табу Искателей Паранормального, и сегодня у нас для вас необычная серия. На прошлом прямом эфире на нашем YouTube-канале в розыгрыше ЭГФ победил Артур. Мы передаем тебе большой привет, ты наконец-таки дождался данного сеанса. Нам самим тоже очень интересно, что из этого получится. Данный прибор мы собрали сами, он называется Ghost Box. А с помощью данного прибора можно связаться с потусторонним миром, задать интересующие вопросы тому или иному духу, сущности или же вашему почившему родственнику. Итак, мы хотим связаться с потусторонним миром. Вы можете нам помочь в сегодняшнем сеансе? Итак, хорошо, вроде был ответ «да». Мы хотим у вас узнать информацию про Семенихина Алексея Леонидовича. Вы можете нам ответить на вопросы по поводу Алексея Леонидовича? Да. Первый вопрос. Вопросы нам подготовил Артур. Знает ли Семенихин Алексей Леонидович, что он умер? Не знает. Не знает. Прям четко, да, было. Не знает. Скажите, пожалуйста, он... Душа не осознала, что тела уже нет. Помнит ли Алексей Семенихин, как он был человеком? Конечно. Или что-то подобное. Ответьте, пожалуйста, еще раз на наш вопрос. Он здесь. А он помнит то, как он был человеком. Имя. Помнит ли Алексей Леонидович, как зовут его супругу и сына? Может ли он назвать их имена? А скажите, а он может передать то, как их зовут? Скажите, он помнит своих родных? Неведомо. А почему он не может имена назвать? Неведомо им. Ну, я много раз говорил, что когда проводишь сеанс ЭГФ, на многие вопросы могут не ответить просто. Хорошо. Давай двигаться дальше. Где сейчас находится его душа? В раю, в аду или в пустоте? Очень тихо что-то было. Сейчас еще раз. Ответьте, пожалуйста, он находится в раю? Mm-hmm.
Скажите еще раз. Скажите, видел ли Алексей Леонидович Семенихин ад? И был ли он в аду? Узнал. То есть ему показали ад. Верно? Всем им. В Новочеркасске он погиб своей смертью или его убили? Он мог? Скажите еще раз. Его убили или он сам умер? Ответьте четко. Нет. Что на самом деле с ним случилось? Ответьте, почему он умер? Смерти, все. Его душа обрела покой после смерти. Светлый. Ответьте на вопрос, его душа обрела покой после смерти? Да. Обрела покой. Скажите, пожалуйста, Семенихин Алексей Леонидович, видел ли он Бога? Убедился ли он в том, что Бог существует? Знает. Ну, как я помню из очень интересной литературы по поводу потустороннего мира, там говорится о том, что Бога никто не видел. Даже там. Единственное, что душе показывают, когда она появляется на том свете, это ад и рай. Скажите, ощущал ли он Бога? Да. То есть на том свете можно ощутить Бога. Если он его ощутил, значит он с Богом. Я хочу заранее, ребят, сказать вам о том, что в следующий раз, когда мы будем разыгрывать сеанс ЭГФ, пожалуйста, не задавайте в одном вопросе по 5, по 10 вопросов, потому что читать крайне неудобно, и много вопросов потустороннему миру сразу задавать нельзя. Немножко неудобно читать, но я буду читать по очереди. Приходил ли Алексей Семенихин домой навещать свою семью? Конечно. Грустный. Я, да, мне показалось, может, это он лично ответил. Ну, давай дальше. Видел ли он, как его хоронили? Он видел или не видел? Или он видел, или он не видел, но почему-то показалось, что он видел. Вообще душа присутствует на своих похоронах, насколько мы знаем. Ну, ответ был прям четкий и по делу, кстати говоря. Интересно. Можем ли мы ему как-то помочь? Yeah.
А родственники? Да. Так, следующий вопрос в этом же вопросе. Если да, то как они могут помочь и чем именно? Быстрее. Как могут помочь родственники? Ребят, мы разберем ответы, но я могу сказать только одно. Как вы можете помочь своему умершему родственнику, молиться за него, посещать его могилу? Поставьте свечку просто в церкви, помолитесь за него и придите к нему на кладбище. Поухаживайте за могилкой, принесите какие-то конфетки, печенье, вот, и просто подумайте о нем хорошим словом. Любил ли Алексей Семенихин свою жену на самом деле? Видит ли он с того света свою жену и своего сына? Да, всех видит. Много видит, в общем. Скажите, пожалуйста, ничего ли не грозит его жене и сыну в жизни? Не видим ответ. Сожалел ли он о чем-нибудь? Если да, то о чем именно сожалел? Был интересный ответ, но я не услышал. О чем он сожалел? Последний раз, о чем он сожалел? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что он бы хотел передать своим родным и близким? Живи. А может ли нам ответить непосредственно сам Алексей? Давай. Цель. Скажите, что Алексей хочет передать своим родственникам? Вот и прошел наш сеанс ЭГФ. Мы надеемся, что Артуру и его родственникам понравился он. Какие были ответы, вы уже слышали. Мы не можем как-то их предугадать. Мы не можем объяснить, почему на некоторые вопросы ответы какие-то размытые или на них не отвечают. Но вот как получилось, так получилось. Мы очень благодарим всех тех, кто посмотрел это видео. Обязательно, ребятки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш Яндекс.Дзен-канал. Ставьте лайк этому видео, делитесь им и подписывайтесь на наш канал. Совсем скоро мы увидимся с вами с новым оборудованием. Всем
До новых встреч!